Приветствую всех на своем канале. Сегодня хотел бы рассказать о таком моменте негативном, как брак производителя при сборке. Брак проявляется в чем? Изображение мерцает сине-фиолетовым таким периодически, проскакивают такие полосы на экране, как на смартфоне, так и на оригинальной записи. Проблема в шлейфе. Вернее, в разъеме, который вот он здесь находится. Он здесь вот он находится. Так, сейчас фокус. Вот. Находится вот здесь. И он плохо прижимается. Ну, видимо, брак разъема или что-то еще. Я когда разбирал, там нету такой ленты, ну, которая, не знаю, как она правильно называется, термостойкой ленты, которая проклеиваются все разъемы. На одном шлейфе есть, на другой нет. Но дрон не разбирался, пломбы все были. То есть это заводской брак. Вот сейчас хочу разобрать и что-нибудь подклеить, попробовать. Значит, для того, чтобы разобрать, нужно всего лишь снять подвес. Для этого нужно открутить 4 винтика. Значит, это вот эти винты. Раз, два. Так, нет, пардон, вот эти. Так, не видно, вот так сейчас покажу. Так, снимаем защиту. Это вот эти винтики. Раз, два, три и вот четыре. Их нужно открутить. Так. Вот этот разъем нужно прижать. Потому что почему-то он отходит. И отходит хорошо, сильно отходит. Я его просто прожимаю пальцами. Какая-то фигня с ним, не знаю почему. Так, я вот подложил вот такой вот, ну, типа скотча такого, типа термоскотча. Вот. Посмотрим, насколько его хватит, фокусируется. Насколько его хватит, не знаю. Чтобы подложил, чтобы прижималось, чтобы прижатие было. Вот. В общем, посмотрим. Ну вот, все, собрал. Сейчас посмотрим. Я его запущу и проверим. Погнали. Mode of pattern avoidance mode. Please fly with caution. Vision paper. Нормально работает, никаких нету.